ką, šiandieną įvyko Visagino savivaldybėje sukurtos narkotikų kontrolės ir psichoaktyvių medžiagų kontrolės komisijos posėdis, į kurį įeina suinteresuotos institucijos. Сегодня была проведена встреча Висагинской комиссии по контролю над наркотиками и борьбе с психоактивными веществами, в которую входят заинтересованные учреждения, неправительственные организации, их представители, по сути, те, кто больше всего сталкивается и работает в этом направлении, и сделали небольшую презентацию. Полиция представила свою презентацию, указав номера, расследованные уголовные преступления, тенденции, количество людей, вовлеченных в административную ответственность, а также в уголовную ответственность. И как всегда, представляя нашу превентивную деятельность, мы представили предложения нашей команды и наших партнеров, с которыми мы встречаемся и работаем в данном направлении. Что следовало бы делать, куда идти и как работать? На самом деле, наши предложения были очень простыми, направленными на сокращение потребления алкоголя, в частности во время мероприятий, на организацию без этих веществ. Далее проходило обсуждение о людях, которые зависимы от психотропных и психоактивных веществ. Всегда была проблема в том, действительно ли эти люди знают, куда идти при возникновении беды и в потребности, когда они принимают решение и хотят начать новый этап своей жизни и выбраться из этой ямы. Как было замечено во время встречи, все члены комиссии имеют актуальный вопрос о том, что информация может быть сгруппирована, сформулирована и опубликована на веб-странице или распространяться в городе, в газете или на странице Висагинской администрации самоуправления, на странице Красного Креста, где людям эта информация была бы доступна, и они смогли бы, прочитав, ознакомиться с тем, какие меры помощи им доступны и возможно ли финансирование. Это один из ключевых вопросов. В будущем, само собой, работа в этом направлении остается, и мы должны будем принять во внимание правительственную программу. Председатель комиссии по контролю над наркотиками, вице-мэр, представила проект, который намечен на 2018-2028 года. Члены комиссии и те, кто примет участие, вероятно, столкнутся с огромным вызовом. Все те пункты проекта необходимо будет выполнить и немного подумать о том, как направлять свою деятельность для достижения определенных результатов. Ir tie, kurie dalyvausim toje veikloje, tai turbūt laukia nemaži iššūkiai, kuriuos tuos punktus reikės įgyvendinti ir truputėlį pamastyti, kaip nukreipti savo veiklą, kad būtų pasiekti tam tikri rezultatai.